Госкомиссия по реабилитации жертв политических репрессий и голода, созданная по поручению главы государства, будет заниматься восстановлением исторической справедливости и в отношении представителей 62 этносов, насильственно переселенных в нашу страну. Об этом сегодня во время своего выступления на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана рассказал государственный секретарь Кырымбек Кушербаев. С момента обретения независимости Казахстан является приверженцем курса межэтнического мира. Дружба и понимание, царящие в стране, стали фундаментом множества социально-экономических достижений, в том числе и непоколебимого международного авторитета и доверия инвесторов. В ходе заседания перед членами Ассамблеи была поставлена новая задача по интеграции всех этносоциальных групп с особым акцентом на объединяющую роль казахского языка. В своем выступлении государственный секретарь также напомнил о важной дате, ставшей переломной для казахстанской истории. Ровно два года назад, 9 июня 2019 года, был избран новый глава государства – Касым-Жомарт Токаев. Это исторический момент, пример преемственности единого политического курса, основанного на честности и развитии. Руководство, осуществляемое в рамках этого курса, позволило нам противостоять различным вызовам современности.